скажите, а вот вы больше тратите, чем 687 рублей за один поход в магазин? Ну, там по-разному же бывает. Ну, по несколько раз хожу, может получится даже. Я утром хожу, вечером хожу, что-то покупаю там. То есть, если ходить часто, то можно укладываться в эту сумму, да? Да. Ну, в эту сумму, Люся, ты тысячу обычно? Ну, 800-900, да, средний чек у меня. Чек у меня получается 1500. Это минимум, когда я не покупаю мясное. Это только овощи, фрукты, молочное, хлебобулочные изделия. Если каждый день, то возможно, да, примерно столько и получается. Если как бы два раза в неделю ходить, то, конечно, там сумма будет 3-4 тысячи. Сколько у вас в среднем выходит? Где-то примерно рублей 400, может быть. Да. Где-то примерно, может, да, а может меньше. Даже и меньше? Да, потому что надо, кто как сумеет, сэкономить. 187 на семью не хватает. Это однозначно. А что-то подорожало в последнее время, по вашему мнению? Да все подорожало. Что особенно сильно? Ну, вы что имеете в виду? Продукты? Вот в новостях говорят сахар и масло только, на самом деле. Нет, абсолютно все подорожало. Как начать? Ну, на самом деле, кого вы обманываете? Сами зайдите в магазин, посмотрите цены. Я сужу по чеку. Если раньше я тратила в среднем 700-800 рублей, ну, раньше, может быть, год назад, может быть, полтора. Теперь вот минимальный чек 1500. Можете судить, насколько все подорожало? Яйцо подорожало, сахар подорожал, крупы подорожали. В принципе, такие самые обычные продукты подорожали. Масло растительное, сливочное, ну, в общем, все такое. Да все почти. Все, абсолютно все. Купишь и оставишь деньги, непонятно, что купил. Сахар, он был, помните, он был 23, а потом перепрыгнула цена, стала 46, и так ее оставили вроде бы все. Хотя правительство говорило, что цены уменьшились, а 45 осталось. В два раза подняли. Ну, вот что уменьшили? Очень все подорожало, жизнь стала вообще безумно. Мы на пенсии, раньше нам хватало своей пенсии, сейчас пенсии практически не хватает. Ну, смотря молоко где-то на 2-3 рубля, крупы вообще дорого подорожали, сахар, масло подсолнечное, яйца. Конфеты. Когда яйца? Конфеты. Когда яйца 70 рублей стоил десяток сроду, я еще помню, по 3 рубля.